Здравствуйте, хочу вам показать, как действуют ритуалы Инги Хасроевой на урожай. Я нахожусь у себя на приусадебном участке, это вот мои заросли огурцов, у нас уже близится время к осени, как бы уже листья немножко желтеют, урожай снимаем через каждые 2 дня, и сейчас вот я вот прогуливался по своим огурцам, а до этого я делал ритуал на хороший урожай. Ну, по Хасроевской методике. Смотрите. Иду, значит, поднимаю листья. Вы видите, что растет? Вы видите, что растет? Банан, блядь. Банан в огурцах. Понимаете? Огурцы и банан. Банан и огурцы. Ну вот, на личном примере я вам хочу показать, как действуют ритуалы Инги Хасроевой. Если вы хотите получить огурцы, вы получите бананы. Если вы хотите бананы, вы получите огурцы. Делайте, ребята, делайте ритуалы. Бог вам в помощь.